Итак, всем привет, с вами Апмак, и сегодня хотелось бы вам рассказать о такой замечательной вещи, как Взлом World of Tanks. Я выкладывал видео в Взлом World of Tanks, но какая-то компания, Wargaming, Wargaming, подала жалобу на мое видео, и это видео заблокировали, и никто больше не может его просмотреть. Но это видео у меня так и не сохранилось, но я решил сделать как бы дубль 2, новое видео. Знаете, в чем весь прикол? Прикол весь в том, что эта компания даже не удосужилась посмотреть это видео до конца. Ведь она посмотрела первые 2 минуты, первую минуту, поняла, что этот чувак реально не врет, и, блин, просто заблокировал это видео, мое видео тащерское. К сожалению, с iOS ничего не изменилось, никакие взломы на нее не прокатят, ребят, даже забудьте об этом думать. Но для Android... Ну, в принципе, то же самое, но появилось кое-что новое, кое-что неизведанное, кое-что то, что вам действительно, скорее всего, понравится. А знаете, что появилось? Моды, камуфляжи, звуковые всякие там моды, озвучки, прицелы, модпаки и разные. Вообще, на 4 подает все. Озвучка по мотивам сериала, наш рэжер, мод, изменяющий звуковую составляющую World of Tanks Blitz, мод, озвучки всякие, блин, такие вкусные стены. Прицелы, новый прицел от Драджера. Мод, минималистичный прицел. Вот, ну, блин, не знаю, вот кто любит эту всю периферию, тот поймет. Есть моды шестого чувства, есть мод дамаг панели, даже есть базовый аккаунт какой-то там. Это же просто что-то нереальное. Блин, ребята, если серьезно, то, блин, играйте, пожалуйста, без читов. Блин, люди, которые годами набивают успех, блин, вот эти опыты, им очень обидно, когда какой-то, блин, шклотень просто берет и выносит его, просто как фантик, блин. Ребят, пишите в комментарии, как вы относитесь к читакам вообще, или сами вы читаки, хотя я тоже как бы читак, но я как бы не играю уже всякие эти такие игрушки, но сейчас буду играть в World of Tanks, ребята, я его скачал специально для взлома, но теперь я подсел на нее, да. До новых встреч, пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, до новых встреч, я играю, катаю. Блин, какой же я, ну...